Всем привет! Сегодня мы пытаемся ловить карася на червячка и опарыша. Вот уже второй. А прикармливать мы будем секретным оружием. Я покажу, смотрите. Чтобы карась лучше клевал, взяли лопатку. Пойдем сейчас за секретным оружием. Будем подбрасывать. Здесь послась корова, ну и берем коровьи какашки. Будем подбрасывать. Крючок этот. Вылез, приблизился к тому, опять отошел. Непонятно. Еще подбрасываю перловку с панировочными сухарями. Вот так же маньку беру. И на поплаву. Ну, Саша, опа, и ай сорвалась. Закончилась наша трехчасовая рыбалка. Карась плохо клевал, еще рано, холодно. Я думаю, через недельку пойдет. А так было всего 4 поклевки. 3 я реализовал, а одна оборвал поводок у меня, так как поводок 0,1. Ну вот эти карасики. Вот они. 3 карасика. Я думаю, через недельку рыбалка начнется уже нормальная, летняя, так сказать. Ну все, счастливо, до свидания. Подписывайтесь на мой канал. Пока.